Во-первых, Крашен считает, что усвоение и изучение языка – это не одно и то же. Он пишет, что процесс усвоения – это естественный, интуитивный процесс, который происходит на подсознательном уровне, без нашего активного участия. Например, именно так дети постигают свой родной язык. Крашен считает, что и дети, и взрослые могут таким образом усвоить иностранный язык, как письменный, так и устный. Другая из гипотез Крашена состоит в том, что мы прогрессируем в иностранном языке, если мы получаем материал чуть-чуть более сложный по сравнению с тем, что мы уже знаем. То есть, если вы понимаете общий смысл того, что я сейчас говорю, то ваш русский язык становится лучше, даже если вы не знаете некоторых отдельных слов –